Друзья, всем привет! Зашел в светофор. Наконец-то повесили ценник на кашу гречневую. Называется «Царь», «Союз пищепром», отборное зерно. Удобно готовить, 5 пакетиков, 15 минут варить. Все, я думаю, знают, как использовать уже. Масса нет, 400 грамм. Гречка необходима для здорового питания благодаря своей природной пользе. Ну и отличный ценник. Дешевле сейчас уже я не знаю, где взять. И рядом каша овсяная увелка. Тоже 5 пакетиков по 40 грамм, 31 рубль. Яблоко. Не нужно варить. Способ приготовления. Указан. Так, еще новиночка. Семилукская трапеза. По-борисовски. К нам такую еще не привозили в магазин. Закуска из баклажанов. Написано 460 грамм. Симпатично выглядит, аппетитненько. Зернышки там чего-то. Срок годности. Консервы, закуска овощная. Из баклажанов, по-борисовски стерилизованная. Состав баклажаны, перец, сладкий, морковь, лук, томатная паста, масло и так далее. Нажмите на паузу, кого интересует поподробнее изучить. И ценник 92,10 за 460 грамм. Так, еще новиночка. Дядя Ваня венгерская. У нас раньше были дяди Вани, но венгерской, по-моему, не было. Составчик отсвечивает. Сейчас попробую найти положение, чтобы прочитать. Тоже мелко. Перец сладкий, морковь, свежий лук, свежее масло подсолнечное и так далее. И ценник 106,10. Еще новинка. Тоже блестящий. Блестящая этикетка. Попробуйте другие вкусы. Постный, домашний, семейный продукт. Написан рецепт блюда. Перец сладкий, свежий, вода очищенная, томатная паста, сахар, соль, регулятор кислотности. Ценник 71. Так, скоро праздники. Посмотрим горошек. Едоков. Горошек из, зеленый из мозговых сортов. 425 миллилитров. Многие рекомендуют брать именно горошек мозговых сортов. Консервы овощные, зеленый горошек, срок годности 2 года. Ценник 38,70 и рядом совсем дешевый 25,90, тоже 425, 400 грамм. Зеленый горошек, домашние секреты. Видел забавное видео. Один покупатель открывает этот зеленый горошек, не знаю, из светофора или он в каком-то другом магазине его покупал. В одной банке было половина жидкости, половина горошка, а в другом просто вода. Не знаю, может быть, это какой-то пранк был. Уверять не буду. Горошек зеленый, салатный, консервированный, стерилизованный. Состав горошек зеленый. Ну, вроде что-то там есть. Друзья, еще хотел обязательно показать. В прошлый раз брал. Шинка свиная называется. Категории Б. Из сала и мяса. Такой копченый выраженный вкус. Премиум. Мясной продукт категории Б. Сырокопченый, охлажденный. Упаковано в вакууме. Брал небольшой кусочек на опробу. Около 100 рублей. За килограмм 379,90. Так, давно не было. Привезли сыр плавленый, президент сливочный. Массовая доля жира 45%. С отборным творогом, без растительных жиров и искусственных красителей. Так, отлично. Вновь привезли горошек зеленый замороженный. Всегда брал. Удобно использовать. 136 рублей 80 копеек. И рядышком мой его в холодильнике лежит.
жирное мороженое. Ценник за килограмм 114 рублей. Так, акция. Княжеский любимчик вишня. Йогуртный напиток. Массовая доля жира 1,5%. Срок годности 19.09.22. Акция 1 плюс 1. Молоко цельное, восстановленное. И так далее. Почитайте, кого интересует напиток. Ценник 64.30. Получается по 32.15. Так, это у нас имбирь маринованный, розовый, ботаника. Сейчас на празднике, может быть, придется использовать в каких-то блюдах. Целых 1400 грамм. Огромный состав с огромным количеством ешек. Не знаю, насколько они вредны. Можно изучить где-нибудь, найти информацию на просторах интернета. Ну и ценник 147 рублей 30 копеек. Идем далее. У нас новинка сегодня, по крайней мере в этом сезоне. Грейпфруты еще не привозили. По 82,90. Турция. Ну и крабовые палочки Шхуна. Мороженые. Большие пачки. 500 грамм. Имитированная пищевая продукция. Так, попробуем приблизить, разглядеть, что тут. Все мелко. На экране, я думаю, может, будет что-то понятно. На первом месте стоит мясо рыбы. Ценник 79,90. Всем удачи, до встречи, пока.